Приветствую всех в нашем автосалоне столица. У нас в продаже появился отличный автомобиль Opel Corsa 2008 года выпуска. Объем двигателя 1,2 литра на роботе. Давайте заглянем в салон. Задний ряд сидений в хорошем состоянии. Передние дверные карты, панели передних сидений также в хорошем состоянии. Давайте пройдемся по комплектации. В нее входят передние электростеклоподъемники. Здесь находится блок управления светом, мультируль для управления мультимедией, бортовой компьютер, штатная мультимедиа, обогрев передних сидений, обогрев руля, центральный замок, хороший отопитель салона с кондиционером, обогрев заднего стекла, два подстаканника. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок не имеет, работает очень хорошо, пробег составляет 120 тысяч. Если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. А также приобрести его можно за наличный расчет по системе трейдин или в автокредит. А находимся мы по адресу Песочная, 48, автосалон столица. Всех ждем!